Я забрал у вас час вашей жизни. Ну, это был не самый плохой час. Хорошо. Мне было интересно. Хорошо. Занимает ли рок-поэзия место, которое раньше занимала классическая, так сказать, поэтическая культура? Поэзии нужно не замыкаться в себе. Так говорит народ. Если бы народ так не разговаривал, группы «Ленинград» бы не было, да? У вас была группа или проект «Ухо Ван Гога»? Одно из самых ярких впечатлений детства – это вот как раз его знаменитый автопортрет с забинтованным ухом. Очень сильно впечатлило. Я подумал, о, как круто вообще. Какая бывает жизнь. Мне друзья сказали, спросите у Шнурова, будет ли война. Не будет. Люди вот своими руками разрушают собственное прошлое. От названия «Ленинград» всех колотило, и все плевались. А я посмотрел на это избитое, даже мощное животное и голодное под названием «Ленинград». Взял его, обогрел и выкормил в отличную собаку. Теперь я вас поздравляю с 20-летием Ленинграда. Нам 20 лет, революции 100 вообще. Нет, а вообще красиво. Красиво. Идиотизм. С ним бороться невозможно. Нужно научиться работать пьяными. О, да. Да, как вам идейка?